Предприниматели Алтайского края получат гранты на развитие бизнеса. В регионе объявлен конкурс среди представителей малого и среднего бизнеса на предоставление финансовой поддержки. Рассчитывать на гранты могут предприниматели, которые работают не менее 1,5 лет. К приоритетным видам деятельности для получения гранта в этом году относятся развитие придорожного сервиса, частная врачебная практика на селе и в малых городах, переработка сельскохозяйственной продукции, строительство и производство стройматериалов, переработка дикоросов. Для участия в конкурсе на получение поддержки необходимо до 31 августа отправить заявку утвержденной формы и пакет документов в Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Вопросы вы можете задать по телефону, который вы видите на экране.